Сегодняшний день для меня оказался самым необычным и самым радостным событием, так как именно в этот день я явился в этот свет. И ранее подобных событий у меня в жизни никогда не было. Доброго денька, странник или странница, меня зовут Язов. Именно в сегодняшний день я появился на свет, и сегодня я хочу поблагодарить тех людей, что меня счастливили. Если вы не успели по какой-то причине это сделать, и я не смог добавить вас в этот список, то не переживайте. Ведь такой праздник всегда был и всегда будет, даже если придется ждать еще один год, и не только у меня, но и у вас. А теперь я начинаю. Сегодня я поведаю вам тех людей, кто меня сегодня поздравил. С некоторыми я имею деловые отношения, а с некоторыми и вовсе общаюсь очень часто. Также есть вероятность того, что некоторые из этих людей вам знакомы. Теперь позвольте мне их вам представить. Саундбласт, поздравляю тебя с днем рождения. Му, спасибо тебе большое. Айтал Татаринов, поздравляю тебя с днем рождения. Тебе тоже большое спасибо. Диана. Кстати, я сегодня постараюсь нарисовать адрес в честь этого. Ух ты, огромное спасибо тебе, Диана. Буду очень рад увидеть твою работу. Анна. Здоров, братан. Пха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И тебе спасибо. Влад, тот самый пианист. А, ой, поздравляю с днем рождения. Большое спасибо тебе, Влад. Я, блин, как обычно, все забыл. Влад, дружище, бывает иногда. Даже я могу забыть, когда у тебя день рождения. Ну ничего страшного, живите, верно? Кстати, когда у тебя дэш? Стрелок 240390. Значит, поздравляю тебя с нюхой и желаю на и всего лучшего, и чтоб день дофига было, и бабы за тобой толпой бегали, чтобы все стояло здоровье много было. Ну тут мне просто нечего сказать. Насчет денег, ну это уже как я буду работать. Насчет баб не уверен, я ведь страшный. А насчет здоровья я как раз буду заниматься этим. А так большое спасибо тебе, стрелок. Родови, надеюсь, я правильно принес меня. Да. С днем рождения! Счастья тебе и всего только лучшего. Тебе тоже могу пожелать то же самое и спасибо тебе большое. Хябянчик с ДР. Ну, в принципе, да. Спасибо тебе большое. ATP Soldat. С днем рождения. Поздравления не придумал. Друг, одного слова поздравления уже для меня достаточно. Спасибо тебе. Кики. С днюхой. Даже не знаю, что сказать, но все равно спасибо. Андрей Толкачев. Надеюсь, фамилия правильно принес. Ты мне отправил видео, где Малака сделает поздравление, видимо, ты примерно меня так и поздравил. Ну, ты единственный человек, кто меня так поздравил, и большое тебе спасибо за это. Анна Волкова, с днем рождения. Спасибо, Анна, большое, очень. Алихан Мусагулов. Ярик, праздник потих, поздравляю, желаю всего наилучшего. Да-да, спасибо, спасибо. Лёлик Зубенко. Чё, здрав? Скромно, но со вкусом, Зубенко. Михаил Петрович. Извини. Димон. С днём рождения. Вот от кого тебе я не ожидал поздравления. Спасибо тебе большое. Хочу пожелать тебе удачных стримов и дальше. Теперь настало время назвать имена тех, кто стал для меня фаворитом. Их поздравления очень сильно вонзились в мою душу, что я очень сильно им благодарен за это. И это... Кирилл Веретельников. Хаюшки, браса, давненько не общались. Так вот, с днем рождения тебя, дорогой ты наш. Желаю тебе всего самого наилучшего, успехов в жизни, а также здоровья побольше. Ну и естественно, что лави в кармашке водилась. Здоров, браса. Подскриптум. Надеюсь, что не забыл, кто я. Тебя, друг дорогой, не забыть. Очень рад тебя снова увидеть. И спасибо тебе большое за поздравление. Очень большое спасибо. Рома Мигумин. Дружище, с днем рождения тебя. Будь всегда на позитиве. Радуйся каждый день. Наслаждайся мелочами. Стремись к своим мечтам.
и всегда дари добро. Пусть у тебя будет порядок в делах и лад в личной жизни, достатка независимости и крепкого здоровья. Честно скажу, тут ты меня просто за душу взял своим поздравлением. У меня просто благодарности нет. Благодарю тебя, Ром. Желаю тебе такого же, но в двукратном... Нет, в десятикратном размере. И последний Тарн. Ну что, дорогой наш друг, от лица всех соратников, я хотел бы поздравить тебя с этим замечательным днем. Днем твоего рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Удачи, успехов и еще раз днем рождения. Тебе огромное спасибо, соратник Тарн, за такое поздравление. Меня первый раз кто-то по два раза поздравляет. Это честное слово. И спасибо тебе большое. Ну что ж, в принципе, я смог упомянуть всех, кого меня сегодня поздравил. Надеюсь, никого не упустил. Хотя есть кое-кто, кого я сюда не упомянул. Этот человек имеет особую благодарность, и его личность я вам не раскрою. Даже не пытайтесь. Но на этом все. Спасибо еще раз тем, кто сегодня меня поздравил. Когда наступят ваши дни, я обязательно поздравлю вас в ответ. А теперь до скорой встречи, странники, а не страницы. Ha, 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 ha.